Друзья, всем привет! И сегодня в Hamster Combat у нас прошло новое обновление. Разработчики добавили три новые игры для заработки ключей. Итак, это игра «Мои клоны армии», «Хан Кубы 2048» и «Трай Минер». Что ж, друзья, давайте-ка вместе посмотрим, что это за игры. Сегодня я уже вылаживал вот прохождение по игре «Байкрайдер 3D». Ну а сейчас давайте-ка потестим каждую из игр и попробуем заработать по ключу. Что, заходим, вот все три игры я скачал с Play Market. Вот, начнем с этой игры. Вот, и посмотрим, что же она себя представляет. Итак, это связанная с армией. Итак, есть у нас вот такой вот человечек. Вот, и что? И мы просто сражаемся. Зарабатываем какие-то единицы. Что здесь мы можем сделать? Ага. Наполняем и уже мы клонируем. Ага, друзья, смотрите, за то, что мы победили, мы с вами вот так, друзья, не могу сражаться, оказывается, когда двое противников сражаются, я не могу. Ага, смотрите, мой клон с кем-то сражался. Ну, давайте-ка мы попробуем напасть вот на этого противника. Вот, забрать. Кстати, вы видели, оказывается, здесь даже можно уклоняться. Вот, и напарнику я им не могу помочь. А ну-ка, ой-ой, друзья, итак, смотрите, что-то они как-то, вот, да, сражаются вместе, и давайте сейчас вернемся и немножко, вот, попробуем сдать, вот, активов и попробуем заработать денег. Кстати, а как нам активировать активацию? Ага, они автоматически, друзья, когда мы собираем, вот, кристаллики, итак, что это нам дает? Вот за просмотр видео мы можем как-то ускориться. Не будем ускоряться, просто и будем дальше. И да, друзья, вот появилась клавиша Hamster Combat. Вот, и по ходу сейчас мы будем вот сейчас зарабатывать. Итак, что здесь у нас? Надо пособирать кристаллы и заполнить шкалу. И тогда, я так понимаю, у нас начнется новый прогресс, то ли мы, наши воины эволюционируют, то ли появится еще что-то. Итак, так, ага, да, друзья, появляется оружие. Уже наши герои будут не бейсбольные биты или палки, а какие мечи. Вот, пока мой клон сторожается, ну, давайте попробуем вот этого запинать. Вот, я вижу, мой клон сильнее. Вот, отлично, ну, попробуем сейчас заработать на меч. Итак, да, есть. Итак, у моих героев появились мечи, причем какие-то интересные, с двумя лезвиями. Вот, я попробую сразиться с вот этим противником. Да, вот так, отлично. И вот, рубим противника без проблем. Супер, ну вот, друзья, здорово. Так, и какой же смысл игры? Ой, друзья, смотрите, мало жизни осталось, надо удирать, надо сбросить деньги. Вот, кстати... Да-да, смотрите, друзья, я здесь восстанавливаю жизнь. Я здесь восстанавливаю жизнь. Что здесь у нас есть? Попробуем что-то прокачать. А, кстати, вот, вот лечение, скорее всего. Так, друзья, вижу, есть кубики. Давайте-ка я пособираю. Да, друзья, прошу не судить строго. Игра новая, только разбираюсь с ней, поэтому, вот, возможно, делаю какие-то ошибки. Итак, друзья, еще за просмотр видео предлагает нам что-то сделать. Я пока этого делать не буду. Вот, идем дальше. Так, Adsbreaker. Ну, я так понимаю, это тоже что-то связано с рекламой. Да, друзья, пропускаем. Пропускаем. И да, друзья, неужели появился первый ключ? Смотрите, друзья, нажимаем на хопяка. Да, есть, друзья, первый ключ. Итак, за 3 минуты удалось заработать первый ключ в этой игре. Так, активировать. Ай-яй-яй, друзья, я не вставил. Активировать. Да, успех. Итак, первый ключ у нас появился. Отлично. Что ж, друзья, давайте-ка перейдем к следующей игре. С клонами мы разобрались. И так, Хан Кубы 2048. Вот так выглядит эта игра. Вот сейчас я попробую ее активировать и посмотреть, что она из себя... Два быть. Ну, что ж, неплохо. Так, пробуем, друзья. Так, вот как-то так. Объединили, объединили. Плохого об этой игре не могу сказать. Ну, пока посмотрим, на какой минуте у нас появится первый ключ. Итак, вы заметили, друзья, что вот, в первой игре у нас на третьей минуте нету еще кода хомяка. Возможно, друзья, здесь без рекламы ничего не будет. Ай-яй-яй, друзья, не туда зафутболил. Ну, ничего скептичного. Надеюсь, что сейчас мы как-то с вами справимся. 16, 4,
16, да, вот отлично. 32, 64. Так, 4 пристроили, отлично, 8. Так, двойки есть, но я не могу ничего сделать. Так, 16 объединили, двойку объединили, четверку. Вот, есть восьмерка, отлично. Нет, не получилось. Так, ну что ж, друзья, пытаюсь как-то вот сейчас двойку задействовать. Отлично. Так, 16, да, для 16. Вот двойку, четверку и четверку. Вот, смотрите, как здорово. Ай-яй-яй, и сейчас ничего не могу сделать. Ну, пока как-то так. Так, есть, есть, есть. Так, супер. Неплохо. Так, 64 объединили в 128. Ох, ничего себе. Как здорово удалось объединить. Так, да, друзья, смотрите, у нас есть какой-то вот такой необычный кубик. Удалось выбить. Так, до сих пор нету хомяка ключа, друзья. Наверное, без рекламы здесь ничего не будет. Ну, сейчас дождемся рекламы. Я попробую ее посмотреть. Посмотрю, что с интернетом. Интернет подключен, все работает. Теоретически, вот должен приходить ключ, его пока нету. Так, ну давайте как-то так. Вот, дождемся рекламы. Вернее, если запросят у нас, чтобы посмотреть рекламу, надо будет посмотреть рекламу. Я ее попробую свернуть, потому что вы видите, сколько уже времени мы играем эту игру, ключа до сих пор нету. Так, и да, 512, ничего себе, 1024. Так, ну, друзья, ну, давайте-ка я жму «Получить» и попробую вот свернуть игру. Так, ключа. До сих пор нету ключа, немножко игра затягивается. Вот это от меня не зависит, надеюсь, что сейчас ключ появится. Возможно, так, 16, мне сюда пристроить, попробую как-то так. Итак, друзья, надо как-то в другое место идти. Вы видите, здесь ничего. Кстати, есть взрывчатка у нас такая. Давайте-ка я попробую ее бросить и посмотреть. Ага, как прикольно получается. Так, вот так. Ну что ж, друзья, новый куб. Новый куб. И я посмотрю рекламу. Сверну, разверну. Ничего не получается, друзья. На хомяка нельзя. Ну что ж, друзья, давайте-ка посмотрим рекламу. Посмотрим рекламу, возможно, после рекламы это все уйдет. Нету выхода, надо смотреть рекламу. Посмотрю как-то, возможно, здесь есть возможность отключить звук. Не вижу, друзья. Приходится смотреть рекламу. Habe ich 15 Euro verdient. Polen, die ist großartig, sehr gut bewertet. Geld aufs Konto erhalten. Надеюсь, она быстренько пройдет. Да, кажется, прошла. Вот предлагает нам какую-то игру. Игру я просто закрываю. И, друзья, нету. Нету кода хомяка. Даже за просмотренную рекламу. Я не знаю, сколько играть. Давайте-ка я пока эту игру сверну. Перейдем к следующей игре. К сожалению, друзья, эта игра себя не оправдала. Я не знаю, возможно, я что-то сделал не так, но вы видели, не получилось. Ну, давайте-ка, друзья, сейчас Train Mineur сыграем. Проверю, есть ли интернет. Интернет подключен, как бы все должно работать. Ну, сейчас посмотрим. Итак, вот, принимаю условия игры. Соглашаюсь и надеюсь, что сейчас игра пойдет. Так, да, наверное, друзья, надо дать разрешение, так как, вот, кстати, хомяк вижу. Event. Так, и что нам дальше делать? Что нам дальше делать? Вот, я не совсем понял, что надо делать. Ну, пока как-то так. Вот, мой поезд едет, что-то там рубит. Что здесь? Так, что здесь? А, пилы какие-то были мощные установили. Ага, уже лучше древесину обрабатывает наш поезд. Я так понял, за монеты надо что-то прокачивать. Ну, давайте-ка вот это еще прокачаем, вот это прокачаем. Вот, какие-то пилы больше появляются. Поезд ездит, рубит.
кстати, можем ли мы вот дорожку увеличивать? Так, что у нас с деньгами? Почему только 20 монет? Неужели я... Ага, друзья, наверное, вот здесь надо все сбросить, да. Сбросили, появилось 3000. Давайте-ка мы сейчас быстренько это все прокачаем по возможности. Ну вот. Больше вагонов, больше пил, больше начинает вот наносить повреждения. Вот. Получили кучу монет. Ага, друзья, смотрите, доберемся сейчас, территория расширяется, я уже понял. Расширяется территория, и, наверное, сейчас мы доберемся до хомяка, и нам за это дадут ключ. Если так, то это будет здорово. Вот, мне кажется, в этой игре самое большое количество вот ключей можно... Итак, есть ли ключ? Пока только один хомяк. Или надо три хомяка? Непонятно. Итак, расширяем территорию. Сбрасываем ключи, прокачиваем все. Вот, что у нас с деньгами. Да, друзья, денег очень много. Денег очень много, 38 тысяч. Сейчас я это все буду прокачивать как-то равномерно. Так, вот как-то так. Так, вот так как-то. Так, так, так. Так, ну все, друзья. Вот, смотрите, как я здорово прокачал. Сейчас мой поезд просто будет все вырезать на своем пути. Супер. Сбросили деньги. 8,7 тысяч уже есть. Сейчас постараемся дойти до других хомяков. Ну и я думаю, друзья, надо сейчас опять же делать апгрейд. Апгрейд нашего поезда, иначе мы мало что с вами получим. Так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Пустяка... Итак, друзья, мы достигли чего-то. А, это уже максимально. Максимально, что может перевозить наш поезд. Все, тогда нужно собирать, друзья. Так, надо собирать ресурсы. Прокачивать поезд. И, друзья, вот попытаться... Ну, главная наша задача это собрать ключи для Hamster Combat. Итак, у меня не хватает... вот ресурса, чтобы вернее, смотрите, за круг вот наш поезд набирает достаточно денег, не хватает, то есть надо расширить кошелек нашего поезда. Смотрю, где кошелек, наверное, вот это масса Chop City, скорее всего. Так, вижу вот соседний хомяк, надеюсь, что сейчас мы до него дойдем и все-таки получим ключ. Так, хомяк, нет, пока еще нету, надеялся. Так, друзья, вот прокачиваю вот эту штучку, вот, еще прокачиваю, вот, ну и остальное тоже я как-то попробую сейчас прокачать, вот, ну вот. Итак, увеличил массу до 120, насколько это хватит, непонятно. Да, смотрите, здорово собирает ресурсы, не надо каждый раз останавливаться. То есть, если так здорово пойдет, мы можем сделать два круга. Вот. Так, разбиваем. Вот вижу одного хомяка, второго. Надеюсь, что сейчас на следующем круге мы добьем какого-то из хомяков. Так, разгружаемся, прокачиваем эту лесопилку. Так, до 5 уровня удалось прокачать. Ну, как-то так. Итак, прокачивай по максимуму. Все, вперед. Итак, долбим скалы, долбим деревья, собираем ресурсы. Так, первый круг практически мы с вами прошли, и я не останавливаюсь, продолжаю собирать ресурсы. Вот, и смотреть, когда же все-таки появится наш ключ. Второй хомяк, я вижу, стоит на границе, но мы пока его не можем взять. Кстати, можно было остановиться, сбросить деньги, но я пока это не сделал. Итак, вот, не сумели и на этом круге добраться до хомяка. Вот, сбрасываем деньги. Вот, и прокачиваем все остальное. Друзья, реклама. Вот, видите, здесь реклама тоже, оказывается, есть. Так, здесь реклама тоже есть. Так, ну, все, вперед, друзья. Вперед, 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 вперед. Так, что у нас с деньгами? Вот, поезд достаточно крутой. Много пил, много наносит повреждения. Давайте-ка я сброшу это все. Хорошо, вот так.
Так, все вперед. Посмотрим, сколько за круг он соберет вот ингредиентов. Да, друзья, второй хомяк есть. Второй хомяк есть. Давайте-ка сделаем еще круг. Вижу два хомяка, но до них еще надо будет добраться. С этой стороны нету. С этой стороны нету. Давайте-ка разгрузим все. Вот, попробуем еще как-то. Нет, друзья, надо прокачивать. Надо прокачивать, потому что, смотрите, вот, ресурсов хватает, а если до хомяка добраться, еще нужны силы. Так, прокачиваю все. Да, вот так, вот так, вот так, вот так, да. Итак, много ресурсов, но не все прокачивается. Так, не все ресурсы. Максимально, максимально. Ну все, друзья. По-моему, прокачал все максимально. Так, что мы? Бьем скалы, бьем деревня. Вот движемся вперед, пытаемся заработать ключ, но пока как-то не очень. Так, сейчас придется остановиться, потому что полный поезд ресурсов, надо их сбросить, чтобы опять же прокачать систему. Так, давайте-ка вот так улучшаем, 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 улучшаем пилы. Все, вперед. Так, 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 так. Поезд все круче, круче, круче. Так, разбиваем все, уничтожаем, движемся дальше. Ну и сейчас доедем до конца. Я сброшу ресурсы и попробуем немножко прокачать еще наш поезд. Так, улучшаем пилы. Так, реклама. Друзья, реклама, прошу прощения, не то. Так, прокачиваем здесь что-то максимально. И здесь прокачиваем. Так, но... Так, до сих пор два хомяка, друзья, только два хомяка. Вы видели то, что я предполагал. Пока мы не разобьем, не добьем вот этих хомяков, которые запрятаны на карте, мы не сможем отличить комбо. Вот, итак, первый круг пройден. Вот до хомяка совсем немножко, но надо все-таки собрать ресурсы. Так, сейчас мы сбросим ресурсы, еще прокачаем нашего поезда. Вот на максимальное количество. Так, здесь я тоже прокачиваю. Вот, прокачиваю. Так, 44К. Ну вот, друзья, в принципе. Итак, поезд движется очень быстро. Собирает ресурсы быстро, но недостаточно. Вот, сейчас попробуем пойти на второй круг. Вот, отлично. Итак, рядом совсем хомяк. То есть, я думаю, еще 2-3 круга, и мы сможем с вами дойти. Итак, сбросили ресурсы. Вот, убрали рекламу, свернули, развернули. Вот, и здесь я тоже что-то прокачаю. Вот так. Ну вот, все, что мог, сделал. Вперед. 2 круга можно будет спокойненько пройти. И тогда, я думаю, мы точно доберемся до 3-го хомяка и получим ключ. Итак, да, друзья, надо сейчас еще сбросить. Сейчас я прокачаю пилы. Вот, грузоподъемность не буду прокачивать, просто прокачаю пилы. И да, друзья, пока результат один. Нам наиболее выгодно это первая игра. Вы видели, я там очень быстро за 3 минуты вот получил ключ, а здесь вот во второй и третьей игре это происходит очень долго. Вот, и так. Вот, друзья, и так, и так, и так. Кстати, а почему так мало вагончиков? Непонятно. Так, надеюсь, что сейчас... Да, есть, друзья. Есть третий хомяк. Ну что ж, да, комбо-код есть. Давайте-ка я доеду уже до конца. Итак, друзья, наконец-то есть третий комбо-код. Вот я, по-моему, его скопировал. Давайте-ка вставим вот сюда. Вот. Почему-то, друзья, не скопировался. Прошу прощения. Так, сворачиваем игру, разворачивай, копируем код, вставляем вот сюда и активация. Да, друзья, успех. Ну что ж, друзья, итак, сегодняшнее видео, надеюсь, вам, друзья, было полезным. То есть, смотрите, мне удалось заработать один ключ
моей клонированной армии хомяков и вот в поездке на поезд. Вот в игре 2048 мне не удалось это сделать, я не понимаю почему. Друзья, ну надеюсь, что видео было вам полезным. Вот, не знаю, в чем здесь проблема, друзья. Итак, друзья, на этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Да, кроме того, на канале я снимаю видео, где показываю мини-игры, комбо-коды и ежедневные шрифты. Вот. Ну и, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч. Да, видео...